Друзья, всем привет. Короче, мы с моей девушкой решили покушать вредную еду. Иногда мы бываем анти-ЗОЖ. Но мы за здоровый образ жизни, но иногда немножечко ведем нездоровый образ жизни. Но это бывает крайне редко. Это 1% из 100. Вот. Это короче, когда я приезжаю, Гриш. Да, короче, что мы будем кушать? Вот такую картошку доширак. Вот, со вкусом курицы. Вот такая картошка доширак со вкусом курицы. У моей девушки тоже доширак со вкусом курицы. Потом вот такой консервированный тунец. Вот. И вот такие вот шпроты непрезентабельные. Аналогов нет. Да, аналогов нету. Так что, друзья, приятного аппетита. Это вы, если кушаете, тоже давайте покушаем. Ну и пообщаемся с вами. Кстати, сегодня мне немножко грустно, сегодня, потому что моя девушка уезжает. Но я надеюсь, скоро приедет, да? Да. Вот такая вот картошечка, вот так она вот выглядит, друзья, смотрите, вот. Картошка доширак. Капец. Как я давно не ела такую картошку. Дожилась, блин. Ну что, рыба готовь. Картошку не купили, курицу не купили. Надо было вчера выйти. Но у Миши, ой, у Гриши всегда есть запасы еды. Еды. На случай всякий. Да ладно, иногда можно поесть. Подумаешь. Ничего такого нет. Попробуем. Российские шпроты. Да. Скажешь свою оценку. Цеплять вообще. Вот, смотри, вот так. Пойдет. Нормально? Угу. Не, ну не сравнится же с латвийским. Ну, сравнится, конечно, потому что они маленькие, развалились. Ну. Даже как-то странно выглядит. Ну, это мелкие слишком, да? Вот эти, которые... Ну, как, таких бутерброды не сделаешь. Ну, да, которые обычные. Они большие, и они так форму держат. Эти да. Какие-то развалились. Да, да, да. Ну, окошко чуть открою. Открыть? Ну, я открою. Нужно как-то. Да, угу. Там, наверное, тепло сегодня, да? Ну, вроде бы, да. Опять, на второй день сидим дома. Ага. Не, вот сейчас вечером выйдем уже. Вот здесь сегодня вообще насыщенный день. Угу. Вокзал, поезд. Они из-за того, что поезд приезжает сразу в Курчатов. Вообще удобно, да? Так уютно. Ну да, не надо никаких ни пересадок. Нет вообще никаких напрягов, да. Я как будто заехала в отель и проснулась в Курчатове. Ну да. И хостел, и идти тебе рядом, что там от автовокзала да, до да. дома я вообще. Я же на Ленинградской живу, вообще близко. Там дорогу перейти буквально. Классно. Уютно поспал.
Утром кофейку попил. Сейчас маму свою увидишь, поболтаешь с ней, да? Блин, так хочется, чтобы в Курчатове еще тепло было. Погулять. А ты же говорила, там плюс 17, да? Было, но мама говорит, что-то вроде... Ну, во-первых, ночью было плюс 2. Вчера. Холодно, нифига себе. Ну, девчонки, у меня в клубе есть девочка с Воронежа, она тоже писала, что плюс 3 было утром. Охренеть, ну это вообще заморозки, значит, были ночью. Да. А что ты мне там так поставил? Ты будешь его? Ну и ты тоже ешь. Это легко. Это мне нормально, я сам. Друзья, это вот тунец консервированный. Кстати, надо у сестры спросить. Вот она делала это, ну, салат с консервированным тунцом. Да. И он реально такой клёвый, вкусный был салат. А у тебя сестра высокая? Где-то как ты ростом. Да? Может, даже чуть ниже тебя. Я представляла, что она высокая. Нет. Такая же, как ты. Мать тоже у меня среднего роста. Отец, ну, вообще низенький для мужчины. У него где-то 1,68 м. А в кого ты такой? Не знаю. Уродился. Сам себя. И у меня дочка, старшая Катя, тоже, ну, низенького роста, а Лиза, наоборот, высокая. Да? Угу. Ну, Лиза, видимо, в тебя. Угу. Ну, если, конечно, жена не была высокая. А у тебя брат высокий, да? Вот я на фотке видела. Нет, тоже 90. Ого, прикинь. Да. Вообще высоченный. Больше меня. Угу. Ну, наверное, весит, говорю, наверное, больше сотни, да? Люстру задевает. А? Не, он очень худой. Наверное, весит больше 100 килограмм. Хотя, не, я думаю, что не весит. Что он худой. У него единственное сейчас, вот как всех, у всех мужчин, как и у тебя тоже. Живот, всю, да? Всю жизнь был худой, и теперь вот этот вот колобок. Да, Мород, что такое вообще? Да, почему вот так генетически устроено природой, да? Хотя там не сказать, что он много ест, он может по два дня вообще ни черта не ест. Надо липосакцию делать живота. Почему, правда, у мужчин вот растут животы с возрастом, да? Ну, вообще фигня какая-то. Пресс качать надо тоже. Угу. Нифига не занимается собой. Как станет он на раз. Тисит вот это вот. Да, я тоже хочу похудеть. Ну, именно чтобы так не худеть, а просто, ну, живот, чтобы похудел. Надо какие-нибудь это упражнения делать. Да, да. Может, тоже вот это помогает, кстати, говорят. Помимо пресса, вот это как планка, когда планку держишь, тоже мышцы живота хорошо укрепляются, и жир живота уходит. Да, да, да. Планка — это вообще классная штука, там же очень много мышц задействовано. Это, по сути, все тело напрягается. Да, какие-то не особо шпроты, да? Ну, с такими сырическими шпротами. Ну да. Ну, зато нет аналогов. А что, на банке написано, что нет аналогов, или это просто фраза такая?
Нет, это фраза такая. Ты что, ни разу такую фразу не слышала? Слышал, конечно. Не представляю, если бы они еще на банке писали были. А твоего брата как? Это, ну, Марат зовут, да? Угу. Угадаешь. А папа Сидоров Владимир Николаевич. Прям такая разница, я помню. Как-то в институте. Первый или второй курс был. Меня вызвали, я встаю, такая: Сидорова Евгения Владимировна. Сидоров на меня смотрит. Мало то, что не русская Евгения Владимировна, да еще Сидорова. Удивленная, да? Да, так смешно, когда смешиваются. Ну что, что за это? Что? Зато ты красивая. Спасибо. Вот ты здоровый образ жизни. Вот, друзья, ну, в общем, вот так мы, короче, перекусили немножко вот таким вот дошираком. Вот. И консервированной рыбой, шпротами и тунцом. Ну и все, наверное. Будем закруглять видео. А моя девушка сейчас еще кофейку попьет с молоком, да? Да. А я, наверное, пойду помою посуду, друзья. Ладно, всем... спасибо за просмотр. Счастья вам, здоровья, удачи и всего самого хорошего. Все, друзья, увидимся. Пока-пока. А, кстати, я же забыл. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал моей девушки. Вот. Ссылка будет в описании под этим видео. Вот. У нее очень интересный канал. Вам действительно реально понравится. Она круто снимает. Вот я обещаю, 100% там вам понравится. Ссылочка будет в описании под этим видео на канал моей девушки. Вот. Ну, а теперь уже все. Всем пока.